Общественность республики собралась сегодня в амфитеатре Черкесска. Для жителей и гостей города была подготовлена большая красочная концертная программа, посвященная возвращению карачаевцев на свою историческую родину. С восстановлением исторической справедливости карачаевский народ поздравил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. Мадина Каракетова подробнее. Переселение Кавказ-Тауа в исполнении обворожительной Марианы Алботовой в сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Карачаево-Черкесии под руководством главного дирижера Марата Гидиева перенес зрителей в те тяжелые годы, когда карачаевцы погибали на чужбине от голода и лишений. Зал слушал, затаив дыхание, историю самых страшных событий, в одночасье лишивших целый народ родины, крова, семьи и веру в будущее. Представители мусульманского и православного духовенства совершили обряд дуа и молебен по усопшим в те годы. Затем ведущие торжественной программы совершили короткий экскурс в историю выселения карачаевцев в среднеазиатские степи и их возвращение домой в родные горы. Всех присутствующих горожан и делегации из почетных жителей районов республики приветствовал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и поздравил с днем возрождения карачаевского народа. Несмотря на страшные лишения, народ выжил. Справедливость, хоть и многие годы спустя, но восторжествовала, отметил Рашид Тимрезов. Многие потомки карачаевского народа стали героями Великой Отечественной войны, стали героями социалистического труда, очень многое сделали для становления и нашей республики, и становления нашей страны. Ну, и все это сделали вместе со своими братскими народами. Братскими народами многонациональной Карачаево-Черкесской республики. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что это добрая традиция, братство, взаимоподдержки, отличающие многонациональную Карачаево-Черкесию испокон веков, продолжат и грядущие поколения. К собравшимся обратился и старейшина, говорил о недопустимости подобных трагических ошибок впредь и пожелал нынешним поколениям мира и добра. Сегодня, когда страна находится в состоянии проведения специальной военной операции, как никогда необходимо сплочение наших народов. В заключение, желаю всем мира, добра, а также, чтобы в ближайшее время наши ребята, находящиеся в зоне спецоперации, вернулись с победой живыми и здоровыми. Шоу-дефиле из прекрасных национальных платьев от дизайнера Заримы Хабчаевой открыли концертную часть праздничной программы. Эта коллекция сшилась специально ко дню возрождения карачаевского народа. Зарима Хабчаева воссоздала мужские и женские национальные платья, присущие разным историческим эпохам. Модельер при создании платьев использовала настоящие старинные элементы декора. Например, там одно из платьев было платье Гошаяхбиче. И вот в этом платье мы использовали элементы из чистого серебра и золота. Это вот были элементы именно того времени. Это старинная вещь, которую мы уже закупали, искали, закупали. Мы еще и закупаемся. Мы стараемся именно подлинниками работать. Это старинный пояс и старинный кемар. Кемар и тюме называется на нашем языке. Самые именитые и любимые коллективы и исполнители Карачаево-Черкесии были приглашены принять участие в концертной программе. Каждое выступление зал встречал бурными овациями, выражая артистам свое признание за прекрасное настроение, которое они сумели создать. Кстати сказать, в амфитеатре, выражаясь банальной, но очень точной фразой, яблоку негде было упасть. Не все желающие смогли попасть внутрь. Они наслаждались концертом снаружи, совмещая приятное с полезным. Здесь, на подступах к амфитеатру, была организована очень интересная выставка, посвященное возвращению карачаевцев на историческую родину и их возрождение. Хотели и на концерт попасть, но не получилось, к сожалению. Очень расстроились и, не знаю, смотрим вокруг, выставку рассматриваем. Было интересно почитать про братьев. Сейчас мы только читали, которые в горах прожили 14 лет. Вот мы с интересом узнали об этом, читали. Желаю процветания. И чтобы в дальнейшем, так же, вот как сейчас, все наши братские народы также вот проживали дружно и по соседству друг с другом в хороших отношениях и в любви. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.